Казанский университет прибыла делегация, которая представляет две компании, занимающиеся вопросами поиска и разработки нефтяных месторождений. Все подробности в сюжете. Делегация прибыла из Ташкента, где непосредственно находится главный офис компании. В состав делегации входят руководители компании. Планируется 3 дня активное взаимодействие, как ознакомление с инфраструктурой Казанского университета, так и обсуждение проекта взаимодействия и научно-технических совещаний. Джазак Петролиум – это нефтяная компания, добывающая, и это центр исследований и развития в области геологии и нефтегазовых технологий GRDC. Они как раз занимаются управлением нефтяных месторождений и поиском нефтяных месторождений в Республике Узбекистан. И цель – это совместные работы по освоению как раз этих нефтяных запасов с участием Казанского федерального университета и тех разработок, которые у нас сегодня делают в университете. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.